Сразу 35 выпускников школы-гимназии имени Бауржана Мумушулы Южно-Казахстанской области подтвердили свои знания во время единого национального тестирования и получили Алтынбилгі. Их средний балл – 113,52. В прошлом году учебное заведение выпустило 27 медалистов. Секрет успеха мактаральских школьников знает Наталья Цой. С виду это обычная школа, где учатся обыкновенные дети, но именно она прославилась на всю страну. Сразу 35 школьников сумели показать лучшие результаты во время единого экзамена. На вопрос, в чем секрет такого успеха, руководитель ответил просто. Секретов нет. Мы работаем с учениками, выполняем стандарт образования. Каждый учитель имеет ставку 25-30 часов, следовательно, и заработная плата высокая. Не нужно искать дополнительного заработка и хороший стимул для работы. На качестве знаний сказывается и внедрение инновационных технологий и новых методов обучения. Мы занимаемся и группами. У нас все тоже закончили кембриджские курсы. И они друг друга тоже помогают, спрашивают, отвечают. Вот очень много методов работы мы используем. Например, подружились с родителями и настроили детей на учебу, привили им стремление к знаниям. Мы занимались очень усердно, готовились с утра до вечера. Было, конечно, очень трудно, но все потихоньку поднимались баллы. Это плоды всей школьной жизни. Да, это упорный труд. Это нужно много заниматься, много учить, книги нужно читать. Даже если мы 11 класс, мы читали 6 классы по биологии, по истории, 6, 7, 8, 9 классы, 10 классы мы читали. Потому что тест составляется со всех классов. Правда, не все были уверены, что выпускники школы принесут своему учебному заведению такой результат. Сомнения развеяли сразу после ЕНТ. В прошлом году в школе было 27 медалистов. У некоторых были сомнения, что если их поставят на первый поток, возможно, они снизятся. Но вот получилось наоборот. Ученики этой школы доказали, что и в первом потоке они смогли взять не то, что 29, они в этом году взяли 35. Теперь гимназия готова поделиться опытом с другими школами. Только за последние 3 года ее окончил 91 обладатель Алтынбилгі. 11 выпускников получают высшее образование за рубежом по престижной программе «Болашак». Наталья Цунурмахамусатов, Южно-Казахстанская область.